Полное описание и точная дата выхода 65-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 65-я серия сериала выйдет в эфир 27 марта. В новой серии мы увидим, как Баран сошел с ума. Он теперь поймет, как ему следует относиться к Дилан и вмиг извиниться. Баран впал в ненужные приступы ревности. Он видел себя соперником Метина. Хотя поначалу это казалось забавным и милым. Конец веревки ускользал. В новой серии Баран вышел из себя. Он пытался свести счеты с женщиной, которой даже не обратился по имени. Дерия поняла чувствительную точку Барана. Она попыталась уязвить Барана своими словами, чтобы он оставил Дилан и Метина в покое. Когда Дерия не сможет убить Дилан, она может даже подготовиться к клевете. Терпение Дилан лопнуло. Как говорится, нож или укрощает того, кто не укрощает нож. Право того, кто не укрощает Игдир, право того, кто не укрощает Игдир. Дилан в ярости от последнего шага Барана. В то время как он смирился со всеми глупостями, он очень хорошо объяснил, откуда он знает, что делать, когда и где остановиться. Только пощечина могла привести Барана в чувство. Пока Дилан кричала, что ей приходится терпеть эту фамильярность, у Барана начался кризис отторжения. Пока он получал то, что хотел, со своим подхалимством, он, как и Дилан, ударился о твердую скалу. Теперь он может пинать, куда хочет и как хочет. Дерия, как обычно, изменила написанное на бумажке для записок, чтобы нагнетать обстановку, и заставила ее играть на Дилане. Баран думал, что между Дилан и учителем что-то произошло. Теперь, когда правда раскрыта, Дилан, надеюсь, не будет извиняться. 65-я серия сериала выйдет в эфир 27 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.